В Саранске проходит 6-й межрегиональный молодежный форум инвалидов по зрению. В этом году выбрана межнациональная тематика «В дружбе народов, единство России». Слабовидящие из 7 регионов Поволжья собрались вместе, чтобы познакомить друг друга со своей культурой и обычаями. Людмила Чекал расскажет подробнее. 49 участников разных национальностей приехали на форум подтвердить, что именно в дружбе народов – единство России. Незрячие и слабовидящие молодые люди – мордва, русские, чуваши, марийцы и татары – собрались вместе, чтобы больше узнать о культуре и традициях друг друга. И если не увидеть, то почувствовать яркую самобытность народов, живущих рядом. Мы с людьми других национальностей, с молодыми людьми общались и раньше. Но, наверное, это был другой формат. А цель сегодняшнего форума – она познать культуру друг друга. Важно очень для людей, таких как мы, и для людей условно здоровых, знать и принимать друг друга такими, какими мы есть, с нашими традициями, обрядами, вероисповеданиями. История России, она именно многовековая, и она складывалась из культуры и традиций разных народов. Поэтому и мы сегодня должны дружить с друг другом, уважать друг друга и понимать друг друга, и всегда быть полезными и взаимовыручкой жить. Молодежное движение Всероссийского общества слепых стало активно развиваться с 2011 года. Именно тогда на первом форуме были выявлены потребности слабовидящей молодежи. И начата работа по решению приоритетных задач, касающихся трудоустройства инвалидов по зрению, их духовного развития, спортивного и патриотического воспитания и доступности городской среды для людей, лишенных зрения. Тема проводимых в Саранске форумов всегда актуальна, поэтому молодежь соседних регионов охотно в них участвует. На этот форум уже второй год приезжаем. Тема форума в этом году у нас «Дружба народов, сила России». Для нашей республики это тоже, естественно, адекватная тема, актуальная. Здесь вот мы приехали больше познакомиться с культурой мордовского народа, пообщаться с ребятами из местного общества слепых и какой-то, может, обмен опытом каким-то вот. Получить обмен опыта. Форум продлится 2 дня. Общение будет проходить в различных форматах. За круглым столом молодые инвалиды по зрению проведут межнациональный диалог. Затем посетят Центр национальной мордовской культуры в селе Старая Теризмарга Старошайговского района. А вечером их ждет сюрприз – этнодискотека в ресторане на Московской, где слепые и слабовидящие люди смогут не только отдохнуть и пообщаться в неформальной обстановке, но и показать свои таланты. Цель данного форума, вот почему мы вышли на такую, скажем, обширную площадку, дать людям, тем людям с ограниченными возможностями понять, что они равны, чтобы они не закомплексовались себе, потому что среди них очень много. Мы сегодня на дискотеке увидим, они заявили себя как исполнители, они очень хорошо поют, они выступают на различных конкурсах, снимают места. Очень много талантливых людей. Во второй день форума молодые инвалиды по зрению примут участие в квесте на тему «Мое любимое кино» и посостязаются в настольных играх для незрячих. Этот форум очень замечательный. Он идет на реабилитацию инвалидов, на сплочение именно молодых инвалидов, которым в этой жизни, мне кажется, более трудно, чем остальные. Многие не видят совсем, не имеют достаточного зрения. И это еще одна из задач ежегодных межрегиональных форумов для инвалидов по зрению, чтобы окружающие увидели проблемы незрячих и помогли сделать их жизнь полноценной и разносторонней. Людмила Чекал, Павел Толобаев, «Наши новости».